Так, все-таки я хочу этот билд не отдавать прямо так. Потому что он плохой, очень неиграбельный. Я хочу еще с ним поиграть. И отправиться на еще один вопросик. Надеюсь, что там тоже будут враги какие-нибудь интересные. Ой-ой-ой, нет, сюда я пока, наверное, не хочу. Это, блин, это мои горы. Да, это же они. Почему-то их... Да, вон они. Блин, так близко. Близко уже. Блин, ладно, хорошо. Пойду к ним. Просто может быть что-то интересное еще, я боюсь. Вдруг там какой-нибудь квест. О, тут. А, это забор. Ладно. Что? Кто? А, чел, вы чё? Отстаньте. О, да, вот здесь уже посветлело. Так, и... Здесь вот это где-то. Там деревня? Какие-то домики, по-моему, да? Да, тут что-то есть. Опустевшее селение опять. Блин, а горы это... Какие-то, по-моему, мелкие. Издалека они казались больше. Человек в беде. Это разбойники, да? Или кто это? Да, разбойники. Пройду здесь? По-моему, я здесь не пройду. Ладно, хорошо. О, бандиты. Так, мне нужен яд против людей, чтобы работала моя штука. А нужны ли мне эликсиры? Какие на мне висят, а какие нет. У меня 80% этого. Ну-ка. Так, лучник меня, я надеюсь, убьется. На тебе. Так, Квен. Давай, давай, хильте меня. Он взорвался, я проглядел. Кстати, они, мне кажется, могут меня и забить. А чё у меня Квен? А, стоп, чё у меня... А, у меня нету... Нет, мне нужен эликсир, который точно восстанавливает... Да, энергию быстрее. Мне точно он нужен. Без него прям не регенюсь. Блин, они как-то очень быстро пробивают мне мой этот. А чё так медленно восстанавливается энергия? Ой, блин, как же они быстро ее сбивают. Так, мне нужно самим обнихилить тоже, наверное, после того, как меня Квен сбивают. А, блин. Не, они меня особо пробить не могут. То есть они пытаются там что-то пробить. Осторожно! Обходи его, обходи! Блин, то, что меня... Кого вы там возьмете? Какой же долгий билд, жесть. Блин, я не достал, серьезно? Заклятиями кидается. Щитовик. Бля, меня прокидывает на землю. Давай сюда, ублюдка. Да, да, я да. Тебя твоим собственным членом отвечу. Но пробить меня очень не могут, сильно не могут. А вот хрен! Блин, интересный билд. Он хоть и очень долгий, но он довольно бессмертный. Блин, наверное, да, вот чуваки, которые прям с большими пушками, они меня прямо разрывают. А вот с мелкими... У меня вполне... Ой, блин. Отпустил Квен случайно. Я отомщу за тебя, браток. Кому там отомстишь? Давай, отомсти. Ой, блин, я даже уронил его. Блин, доработать этот билд прям хорошо и прям очень крутой мне покажется. Вали, ведьмака! А, умер об щит мой. А, мне щит... Блин. Давай, убейся об меня, чел. Ну, блин, от яда умер. Как у лучника, мне интересно, дела. А, вот это, кстати, лучник. Так, давайте, похильте меня. Еще. Бейся меня, ну бейся, давай. Хорош. Так, мне нет Квена?
По-моему, он держит... Ведьмак держит руку, как будто у меня есть клин, но визуально я клина не вижу. А, серьезно? Ты об меня не дамажишься? А, потому что ты лучник? Нехорошо. Ну-ка, похиль меня, давай. Хиль меня. Сегодня за тобой смерть пришла. Еще. Хорош. Теперь умри. Нет? У меня нет добивания? Или что? А, парирование. А, стоп, я не хилюсь, по-моему, да? Я хилюсь об него? А, да, хилюсь. У меня просто столько хп, что меня хил, по-моему, очень мало хилит. У меня очень много танкую урона. Сегодня за тобой смерть пришла. Возможно, этот билд... Блин, честно, я не знаю, как он должен играться. Но он мне очень нравится, у него очень много хп. Конечно, это супер долго с ними драться, но... Это, по-моему, супер легко. Потому что меня невозможно убить. Я очень живучий. То есть, если играть, например, в первый раз и не знать, как играть в игру, там, какие-нибудь боссы, не знать, что они делают, и проверять их этим билдом, по-моему, очень даже легко. Так. А что здесь было, кстати? А, это что за вопросик? Это... А, человек в беде. Ой, я случайно там не... Ты выжил, человек? Человек? Ведьмак, спасай! Да, он выжил, слышу. Лечи. Скотина! А, еще тут кто-то есть. Сука! Убью тебя! Давай. Быстрее! Быстрее! Убил? Проверять можно? А у меня же еще этот повышенный, да-да-да, у меня масло, кстати, оно бесконечное, и оно... Блин, умер. Блин, к сожалению, я их травлю чем-то, наверное... А чем, почему они об меня травятся? Что тут у вас еще есть? Они почему-то об меня травятся, я не понимаю, почему. О, это тебя надо спасти. А тут еще что-то интересное, пещерка какая-то. Большая пещерка, по-моему, даже. Может, этот чел квест даст на эту пещерку? Давайте высвободим его. Нужен ключ? Чего? А, вот. Вижу. А, ключ от клетки и дневник Эрнеста Писаря. А, сука, сегодня мухаем на всю катушку. Четырехпалый послал нас в лагерь недалеко от чертовых ворот. А, так что мы от скуки отправились на небольшую разведку и надобыли караван купцов. Правда, к сожалению, нас немного занесло. И вместо того, чтобы их связать и заткнуть им пасти кляпом, ребята настругали кольев и этих толстячков на них понасажали. Страшно, должно быть, они намучились. Ну и потехи, сука, что при этом была у нас никому не отнять. А, был с ними еще один худенький, но его мы себе оставили на попозже. Важнее всего то, что их телеги были полны превосходного вина. Знай только бухай. Я, ясное дело, выставил караул, чтобы все разом не нажрались, а то всякое может быть. Мой старый глупый отец всегда говорил: «Сынок, в жизни самое важное — любить свою работу, тогда ты будешь счастлив». Этот дурень был столяром. Не знаю, что, блять, можно любить, когда режешь дерево. Ну да хуй с ним. Он уже давно землю грызет. Во всяком случае, если бы он был жив, я бы ему написал такое письмо: «Папа, я очень люблю свою работу. Спасибо тебе, что научил меня читать и писать. Потому что теперь я могу тебе написать, в какой глубокой жопе видел я тебя и твои советы». На Коле, да, они повесили каких-то челов. Есть такое. Так, а ты кто? Эти просто висят. Ладно. А, выходи. Выходи. Я тебе жизнью обязан. Если чего понадобится, ищи меня в корчме Куралиск. Так, ну где Куралиск, я знаю, но... Кстати, можно сейчас ходить по челам, которые мне предлагали зайти к ним позже. Возможно, время уже прошло, хотя я не уверен. Что это за пещеры тут? Но они тут спали, я думаю, тут ничего нет. Хотя...
Какой-нибудь медведь здесь, нет? Блин, у меня отвары какие-то закончились. У меня всего 3 осталось. На зелье на плюс ХП, наверное, закончилось. А, это выход на какой-то вверх. Ого. И что здесь? Зачем я сюда поднимался? Просто так красиво. Да стой! Почему ведьмак вперед идет, если я А нажимаю? А, ничего интересного. А здесь? Тоже ничего интересного. Серьезно? И вид здесь не очень-то красивый. Блин, зачем это тогда? Ладно, даже никого нет. А, некрасивый вид. Ну, вообще красивый вид в другое место просто. Не туда, куда я смотрел. Вот это, получается, тоже этот... Крепость Ганс вот это, да? Где я был? А, вот это... А, блин, здесь я со слизками дрался. Да но. Там, кстати, до сих пор, по идее, один должен летать. Я же его не убил. Тут, наверное, не пора грузиться. Эта башня, я не знаю, что это. Может быть, это, кстати, Куралиск? Там была башня? Нет, там, по идее, Куралиск здесь. Вот, вот здесь, наверное. Или что это за мост? А там я, по идее, тоже был. А, ну-ка, что там? А, это развалин, наверное, да? А Куралиск, наверное, отсюда не видно, нет. Ну, это дворец. Это, я не знаю, это, наверное, кладбище. Плюс-минус. Там вот, наверное, Куралиск плюс-минус тоже. Так, ладно. Спускаемся отсюда аккуратненько. Так, а сколько у меня хп теперь? Потому что у меня там хп, оно не статичное. 11 тысяч. Токсичность почему-то мне не падает, а почему? Ладно, я пока еще не разобрался во всех скиллах. Не знаю, как они все работают. Лошадка. Поехали. Так, ну я хочу, наверное, еще один знак вопроса, прежде чем ходить по винодельням всяким. Блин, такое ощущение, что здесь ничего нет. Блин, ну может по сюжету. Ладно, по сюжету, может быть, будет. Или какой-то квест мне сюда приведет. Забыл, как они называют чертовые врата эти горы? Они же их называют так. Иди, да. Так, я смогу здесь на лошадке? Нет? О, нет, здесь глубоковато. Или нет? Давай, лошадка, давай. А, все здесь. Так уж глубоко, блин. Тебе бы по шею было. Даже ведьмак, блин, проходит, эта лошадь не смогла. Опа, враг. Наверное, хочу с ним подраться. Пантера. Пантера — это зверь. Пантера. Кусишь меня? Рискнешь? Вкусно? Сало? Она меня двигает, лол. Давай, давай, чё ты? Ты будешь атаковать? Мне снова Кейн откадешился. Что-то она не хочет меня бить, я не понимаю почему. Блин, я хотел ее парировать. А, у меня Кейн, кстати, энергии не тратит, лол. Если меня не бьют, то Кейн не тратит энергию. Я могу, блин, Кейн использовать как парирование. То есть вот она атакует, я парирую Кейном. Лол. Блин, прикольно. Блин, она отскакивает. После взрыва. Блин, прикольно, прикольно. Было интересно его. Что так можно делать, я не знал. О, коза тут. Плотва, не пугай вас. Так. А, я к вопросику ехал. Это не вопросик был. Чё-то почему-то решил, что это уже вопросик. Так, здесь кто? Волки? А, у меня, кстати, масло против зверей. А, сохранится, да. Конечно. Я бы, наверное, хотя... Не знаю, хочу ли я Ирден. Блин, против волков, мне кажется, мне будет очень тяжело. Потому что я их не могу ударить.
давай, давай. Блин, я реально не тратится квент практически, энергия на квент. Я могу реально его как парирование использовать. И не потом не попадает мне частично. Блин, мне тогда не нужны некоторые мои... Ты попадешь по мне? Обилки? Раз квент так можно использовать. Так, у меня фулл адреналин, мне по идее что-то должно активироваться. У меня там какая-то обилка была на фулл адреналин. Лол, что? Я могу даже так делать? А, у меня, кстати, еще обычный квент есть. Я про него забыл. Не, обычный квент я не буду использовать. Так, это опять не вопросик же был, да? Опять просто так тут фигачусь с какими-то собаками непонятными. Да просто так. Так, а мне вот сюда. Блин, а там у меня есть обилка, которая, типа, когда мне сносит 3 хп, активирует мне квен. Но кто мне, блин, сможет снять 3 хп одним ударом? Разбойники? Есть что сказать напоследок? Есть что сказать напоследок, челы? Ой, лучник. Хули ты лезешь? Со мной? Давай, бери свой лук. То есть меч. Это чародей какой-то. Какой-то. Это не просто чародей, это... ведьмак школы медведя. А чё? А, мне энергии нет. Наверное, хочу все-таки выпить против них вот эту штучку. И вот эту, да? Это на хп? Да. 27 интоксикации. Блин, почему они то не сносят нифига, то сносят весь всю энергию? Как это работает? А квен, когда взрывается, не наносит урон, он просто отталкивает, да? Это получается в последнем тире. Да-да-да, мне не хватает, короче, обилки, когда меня бьют в квен, чуваки получают урон от этого. Да, мне нужна эта обилка явно. А, блин, я хотел его... Блин, я же не успеваю нажимать, нет? Да блин, я же успеваю. Так, лучник. Снова лук достал, да? Да, хочу спарировать его. Ты не будешь меня бить? Быстрый ты! Достаточно. А, блин, я квин просто повесил. Блин, не давай, сложно, сложно. Вот этого чела еще хочется убрать, потому что он не сбивает мой квен нормально. Блин, что опять потратилась энергия? Ты опять свой лук взял, да? А, какой классный таргет в игре. Как же классно им пользоваться. Не стоит. А, я, блин, я хотел, короче, взорвать квен быстренько. Так вот, да. Это чародей какой-то. Хули ты лезешь? За мной? Как вот с этим челом сражаться? Потому что мне квен сбивает. Танковать его? О, анимация? Блин, давно, кстати, таких анимаций не видел. А, ну то, что я всех этих, блин, ваншотаю. Всех этих челов. Своим ардом. Так, у тебя уже нужный лут. Ладно, залутаю тебя. А, ключик приказы на запятнанной бумаге. Тимон. Погодите вылавливать груз. Достаточно того, что один из вас уже утоп. Я послал к вам Го и До. Ребята, прежде чем попасть в нашу Гензу, были ловцами жемчуга в колонии поселения в Гимере. Им легче будет выловить ящики. Как только раздобудете товар, возвращайтесь в лес Караберты. А там присоединитесь к команде Аймерика. Ленточки.
вместе очистите лагерь академиков дочисто. Шатры, нары, инструменты, запасы, жратвы. Все должно пропасть на Монкрон. А немного комфорта за счет Академии Кастель Грапиан нам не помешает. Постарайтесь только не утопить еще одну лодку. Филиберт. Жанни Гуайдо. Го это... Нет. Типа я думал до и после, но нет. Гуайдо какие-то. Еще какая-то записка. Найти затопленную лодку. А это что? То же самое? What? Почему здесь то же самое? Ну ладно. Продублировано почему-то. Так, затопленная лодка. Ныряем? Утопцы? Много утопцев? А, стоп. Я хочу выплыть. А я же могу прямо здесь выпить, да? А, касатка? Да. Сколько она действует, мне интересно. 10 минут? Ну, пусть будет 10. А, нет, она действует же... А, не так немножко. Готов. А, слышь? Она действует дольше, но она же не... полноценно так действует, как я думаю. Так, последний, да? Да. Так, теперь лодка. Лодка. А лодка или корабль? По-моему, это корабль. Мне нужна лодка. Блин, как плавать под водой нормально? Блин, лут, сорян, ладно, тебе неудобно очень лутать. О, я нашел, по-моему. 269. Рецепт. Блин, у меня, неужели я еще до сих пор все не собрал? Опись снаряжения. Опись снаряжения. Доставленного для археологической экспедиции Имперской Академии в Кастель Грапиане под руководством профессора Ноэля Ивара. Название снаряжения. Багажный фургон количество 1. Повозки транспортные количество 3. Шатры экспедиционные количество 5. Нары количество 10. Одеяло шерстяные количество 10. Ящики с инструментом количество 5. Ящики с провиантом количество 10. Ящики с вином количество 20. Приемку вышеперечисленного подтверждаю, профессор Ноэль Ивор. Подпись материально ответственного лица. Лука Эйб Франк, младший референт по вопросам обеспечения канцелярии Имперской Академии в Кастель Грапиане. Так, где я? Здесь больше нет вопросиков? Только там? То есть на этой стороне именно? А вот здесь, кстати, один еще есть. Можно заглянуть туда. Так, мне нужно плыть назад, наверное. Поплыли? Интересно, в медленный... Точнее, в тяжелой броне мы медленнее плаваем или нет? Мне кажется, это не должно влиять. Вообще, я не помню, на что броня влияет. По-моему, на скорость атак только. Плотва, ты чего? Тебе нормально под водой сидеть было? То есть там она не хотела переходить, а здесь она, блин, под водой вышла. Понимаю. Так, и мне нужно... Вот сюда. Здесь, кстати, волк. Можно... Блин. Но. Мне не скрафтить себе эту броню пока что. Я хочу теперь волка еще. Я хочу билд еще раз поменять и сделать билд под волка. Вот опции. Стоп, вот мне нужны не так опции. Быстро. Топсы мне не нужны даже, я бы сказал. Не нужны дальше, вот эти челы. С ними сейчас будет супер интересно подраться, потому что они... Они не хай-левел теперь, они флейдеры, их тут много просто. Ой, тут какой-то большой чел. Ладно, хорошо, нет, это, по-моему, это будет очень интересный бой. Это вампиры. Это черная кровь, и меня влезает. Если я выпью вот эту штуку... Или там на меня еще действует эта штука?
О, мне дали ачивку от 7 еду. Это, по-моему, ачивка, когда 7 эликсиров там не действует. Примерно. Так, что мне делать? Прыгнул меня. А меня не пробивает, по-моему, или что происходит? А не дамажит меня вообще. Вот у меня хп это занимает, но... Как я восстановил все хп? И просто плевать на них, по-моему. Он что-то проорал, на мне какой бы ошеломление? Ой, у меня не тот... Блин, у меня не тот знак! А, это проблема. Хотя как проблема? Они меня пробить не могут. Промазал чел. Блин, то, что это не отлетает от меня. А, я не могу ничего юзать, например, шломление. Мне плевать. А, нет, нет, ведьмачок куда-то упал. Так, вот то, что упал, это плохо, потому что они там сейчас... Давайте вернемся на нашу арену, на которой было очень приятно драться. Че, вы меня не пробивайте, че вы тут? Давайте, давайте, сюда, сюда, все сюда. Плохо то, что меня с ног сбивает, конечно. Блин, я хочу нормально здесь подраться, потому что, ну, я себя чувствую бессмертным. Я без понятия, что ему нужно сделать, чтобы меня убить. Более того, вампир, у меня еще черная кровь против меня. Ударил меня? Красава, чел. У тебя хорошо получается. У меня такой бессмертный чистый билд, реально. Бля, они наносят мне урона. Сработает? А, он умер. Чел, ты серьезно? Ты просто умер. Я успел кем-то прижать, интересно. Мне было интересно, мог ли я задолжить его оглушение этим? Квеном? Блин, сбил меня Квен. Умер. Вообще без шансов для них, просто без шансов. А меня даже пробить не могли. Они даже не могли меня пробить. Блин, я хочу сюда прийти и подраться с ними обычным билдом теперь. Очень сильно хочу. Перегруз. Кстати, против перегруза я взял обилочку. Я об этом подумал. Обилочка. А что это мне делать, я забыл? Каждый элемент тяжелого доспеха увеличивает максимум очков здоровья на 5%. А, вот урон от мощной атак. Вот почему я мощную атак решил взять. Письмо какое-то. Блин, а чё за челы здесь были, кстати? Они у меня есть в бестиарии? То есть вот вампиры, например. Точно был Фледер? А, вот этот чел был, да? Я с ним уже дрался. Оп, стоп. Сундучок с золотым ожерельем. Может попробовать продать все эти ожерелья? Что я так понимаю, мне вообще нигде не нужны. Топцы там ходят. А старое письмо? А, письмо выглядит так, будто его читали сотни раз. Часть текста стерта. Мой любимый Ноэль. Я знаю, что ты не поддержишь моего решения. Пойми мне, было нелегко, но я решилась. Я возглавлю экспедицию в руины Термеса. А сведения, которые я смогу там добыть, станут новым словом науки. Не знаю, какие надо бы использовать аргументы, чтобы ты понял, что я не хочу с тобой соперничать. Я понимаю, что для тебя это вопрос амбиций, но наша научная работа не должна влиять на наши отношения. Я знаю, что когда ты все обдумаешь, что присоединишься к нам в качестве моего ассистента, и мы вместе откроем... Навсегда твоя Изабель. Откроем новый вид вампиров. Руда. Чертеж. Руда. Вот руда мне, кстати, нужна, но мне нужна, по-моему, не только руда. 374. О, чертеж фен аэт. Что это такое, интересно? Ноэля Ивара. Так, фен аэт, надо запомнить. Ноэля Ивара. Так,
Дневник велся хаотически, в нем множество пятен, клякс и разных невразумительных пометок. Записи не датированы. Каждый день я жалею о том, что я сказал тогда. Как я мог быть так глуп? А почему не согласился стать ее ассистентом? Паршивые амбиции. Изабель, прости меня. А конец бездействию. Я отправляюсь в Тусент. Если я найду тебя живой, Изабель, то паду к твоим ногам и буду молить о прощении. А если тебя уже нет, довольно жалеть себя. А время приняться за работу. Я выбрал самых способных, самых усердных студентов. А своим заместителем назначил самого сообразительного адъюнкта Филиппа Брутта. Канцелярия Академии утвердила план нашей экспедиции. Нам остается только получать снаряжение и в путь. Невероятно. Филипп имел наглость обратить мое внимание, что есть бутерброды с яйцом во время путешествия в закрытом транспорте. Это дурной вкус? Какая наглость. И подумай только, что я оценил его выше своих адъютов. Он вряд ли мог хуже начать... Это было? Стоп, несколько страниц склеены какой-то же... Блин, это же было. Мы приехали, я боюсь войти в эти руины, боюсь того, что там обнаружу. Думаю, мне недостаточно сил, чтобы взглянуть в лицо правде. Этот нагло самоуверенный молокосос Филипп Брут доведет меня до белого коленя. Он упрекает меня в лени и нерешительности, как он сумел бросить мне в лицо такие обвинения при других участниках экспедиции. Это было. Они понимают, кем была и кем для меня прежнему остается моя возлюбленная Изабель. Я не хочу и не смогу знать правду. Я отправлюсь пока что один. Не хочу, чтобы меня видели, когда я найду... Да, это было. Получается, это чел сюда отправился один. То есть мы находили то, откуда он отправился, а теперь мы нашли то, куда он отправился. То есть это где-то, по-моему, вот здесь было. Вот этот, наверное, был. И потом я пришел сюда, и здесь был high level. Но медведь в целом прикольный. Я рад, что я поиграл тем билдом. Я думаю, что он у меня очень плохо собран, на самом деле. Может быть, через зелено-красный проще собраться, то есть взять какое-нибудь бессмертие. Здесь, где оно во втором тире. Вот эту обилку. Просто, наверное... Я, возможно, не доживу до того момента, когда меня смогут убить. То есть я реально бессмертный. И без бессмертия. Блин, сложно на самом деле. Жалко, я не могу гроссмейстерского медведя полностью скрафтить, чтобы Квен у меня в полную силу работал. Хотя, с другой стороны, хочется и Квен вкачать тоже в синем билде до максимального тира. Блин, не знаю, я... С другой стороны, просто еще хочу вот все эти вопросики закрывать в своем билде. Мне интересно, как бы я их закрывал, если бы у меня был не билд медведя. То есть здесь я просто был бессмертным. Мне на все было плевать. А как бы я здесь в своем билде делал? Что бы я тут делал? Я бы, наверное, на Ирденов наставил. Блин, сложно сказать. Как бы они меня дамажили? Может, они тут меня ваншотали бы все. Блин, не знаю. Наверное, поменяю все-таки билд обратно. То, что мне хочется в своем билде драться. Плюс этот не полностью собран. Наверное, я... Блин... Просто если у меня кончатся вопросики, я не знаю, когда мне еще играть этими всеми билдами другими. Я хочу попробовать все. То есть и кота, и волка. Но у меня нет на это ресурсов. А вопросики кончаются, блин. В своем-то билде я могу все вопросики абсолютно закрыть. Сюжетка. О-о-о. Может мне по сюжетке пойти? Да нет, сюжетка еще рано. Надо по вот этим квестам пройти. То есть у меня вот тут какой-то квест. А, это, кстати, возможно, я выполнил уже. Это где рыцарский турнир. Вот эти надо квесты заценить. Что тут вообще... Здесь вот какой-то... Ну, тут, по-моему, тоже выполнил. Блин, надо поснимать лишние метки, на самом деле. Так, ну тут я, наверное, беру метку. Я уже запомнил, что здесь эти штуки. Блин. Убирать медведя или оставить?
Дети очень классно выглядят, это что точно я не хочу убирать. Ладно, я, наверное, еще подумаю и решу.